когда бай горит, короче, ну, против твоего имени и номер горит, тогда просто едешь на тягаче, туда цепляешься и в офис потом за документами туда. Листочек такой с этим штрих-кодом для охраны. А, вот, я есть, появился. Все, наш прицеп загрузили, едем его забирать. Очень у нас время впритык, потому что у нас сейчас 6 часов вечера, 6:30 уже. 3 часа ночи у нас паром, и до парома у нас километров 500. Papers must be there. Yeah. There are no papers. Is the tray ready? Yeah, it's ready. It was green light. Green light? You connect the trailer? Yeah, I'm on the parking already. You're on the parking with the trailer? Yeah. Yeah? Okay. To Helsinki, Finland. From Gray, company Gray. Huh? Yeah. In English it's Paul. There are no papers for me, for Finland, for Helsinki. Yeah, thank you. I have it already. And I need this one. You have to sign this one. My sign, yeah? Yeah, your signature. The document? It's for security, and this one also for security. Делали, пломбу поставили, оформились, документы получили. Фигачим, 9 тонн у нас загружено. Плетемся по голландской пробке сейчас, пока пытаемся выбраться из Голландии. Причина голландских пробок – это голландские травокуры. Человек под воздействием наркотических средств, марихуаны, она здесь легальна, выезжая на автобан, просто охренел от того, что он попал в космическую какую-то... в космическое какое-то пространство. И испугавшись, потерявшись, он начинает ехать 40 км в час, за собой собирая просто хвост и полируя и парализуя за собой трассу. Потому что другого объяснения по пробкам нету. Это как анекдот, что ну, в Германии тоже проблема с пробками. Это анекдот про Германию, что старичок в Германии едет по автобану, ему звонит жена и говорит, типа, когда дома будешь? Он говорит, ой-ой, штау большая, не знаю, когда буду.
Жена спрашивает, ну а какая пробка? Ну сколько километров? На сколько там штал? Он говорит, да не знаю, я первый еду. Германия, пятница, 11 вечера. Свободные автобаны, по которым можно насквозь просто лететь, в кавычках. Мы уже здесь часа полтора. В такое место втерлись, в котором нету съездов и объездов. Только бы не опоздать на паром. Бычьи свиньи хвосты. Конца пробки до сих пор не видно, уже 23.55. За это время мы проехали только 3 километра. Так что наша скорость очень простая, почти как скорость света. Первый бан полностью перекрыт, всех согнали на объезд. Сейчас объезжаем националками. Не знаю, сколько времени нам потребуется на этот объезд, но пока как бы все движется. Но мы превышаем скорость на националках, ограничение 60 км в час, мы идем 90 колонной со всеми грузовиками и легковыми, которые съехали с автобана. Потенциально мы уже опаздываем на паром, потому что нам еще до парома 260 км. Час мы потратили в пробке в этой. И паром отплывает в 3 часа. По местному времени. Сейчас какой-то населенный пункт, какой-то местный аул въехали. Я просто прикидываю сейчас, в каком они ахтунге находятся от того, что просто внезапно тут сотни машин появилось. Ночью. Сотни грузовиков, сотни легковушек. Просто пуф, в одно мгновение. Жили тут тихо, спокойно, никого не трогали. Тут бац! Движняк. Офис, чекин, карго. Куда тут ехать? Мы приехали в порт сейчас, не вообще первый раз здесь, в этом порту, не знаю, куда и как тут направляться. Будем разбираться по ходу. Okay, I'm not late. Because was big Stau, I was 2.5 hours in Stau. I can go, yeah? Две 569 кэмов проехали в общей сложности, 28 расход скинули. Мы на корабле отправляемся в Хельсинки по Балтийскому морю, которое штормит в это время. Ну, по морю пойдем где-то 30 часов. Давай мне сумму, ***ка. Получили ключи от каюты,
Пойдем сейчас в каюту. В каюте будем только вдвоем. Я мечтал об этом. Наша каюта 9007. Это сюда. Обзор каюты делать не буду. Пойду в душ и пойду спать. Очень устал. Увидимся завтра, если у меня будет хорошее настроение. Потому что человек, который держит эту камеру, он меня вот так вот достал за весь этот рейс. Замучил меня просто. Утро доброе вам, ребятушки. Спали хорошо, но завтрак проспали. Надеемся, что-нибудь нам там оставили, что сейчас пойдем смотреть. Слегка качает. Балтика в это время все время такая взволнованная. Сауна. Потом сходим в сауну, наверное, чуть позже. И будем такими же вот, похожими на тюленей людей. Система действует, что шведский стол кормит только завтраком и ужином. Обеда нету. Завтрак до с 9 до 13 там посмотрели, а ужин с 18.30 до 20. Так что надо сейчас покушать так, чтобы потом в обеденное время мы обошлись, не знаю чем, воздухом. Кто-то непонятно что. Ну, то, что море такое взволнованное, можете по линии горизонта посмотреть, как она ходит из стороны в сторону и вверх-вниз. Кто из вас бывал за границей, тот понимает, что видание особо вкусное. В сравнении с нашей домашней. Такой завтрак, если у вас не включенный билет, для взрослого человека стоит 23 евро.
Все, мы подходим к Финляндии, мы идем в Хельсинки. Нас разгрузили, выгнали с территории.